Музей – модное место. Этот слоган на дверях Брестского областного краеведческого музея уже давно перестал быть просто брошюрой. За последние несколько лет сотрудникам этого учреждения удалось в буквальном смысле совершить культурную революцию, разорвав стереотипы и представления общества о том, что такое музей сегодня. Одним из проектов, наглядно подкрепивших это утверждение, стала инициатива «Модный четверг». Я счастлив, что 18-й раз мы собираемся сегодня, 18-й «Модный четверг». В крайний раз в этом году. Есть, конечно, планы, идеи, но общая мысль грустная, потому что проект состоялся, и, скорее всего, мы должны завершить этот проект на подъеме для того, чтобы в следующем году придумать что-то новое, интересное, креативное, может быть, на базе «Модного четверга», но должны идти в ногу со временем и соответствовать тем идеям, которые продвигает молодежь и требует от нас время. Можно сказать, что с началом этого проекта у нас появилось очень много новых друзей. И не только в сфере культуры, искусства, но и в такой административной сфере нашей жизни. На разных предприятиях, в разных учреждениях. Воинские части, допустим, потому что первым в этом году у нас был модный четверг с 38-й краснознаменной бригадой десантников. Мероприятия из серии «Модный четверг» уже давно являются своеобразным брендом областного краеведческого музея. Если в рамках первого сезона ежемесячно участники встреч знакомились с талантливыми людьми Бреста, то во втором в гостях у учреждения были целые структуры и организации. УВД, МЧС, пограничная группа имени Дзержинского, 38-я отдельная мобильная десантно-штурмовая бригада, троллейбусный парк. В этот торжественный и немного грустный день представители всех структур участников в зале. Все они были награждены памятными дипломами. Зрители могли ознакомиться с нашей техникой, которая имеется в нашем распоряжении, теми методами, которыми мы пользуемся для раскрытия преступлений, установления преступников, составления фоторобота, изъятия следов различных видов, снятия отпечатков пальцев, использование другой криминалистической техники. Ну и сам процесс осмотра места происшествия и кто из участников данного следственного действия занимается на месте происшествия, какова работа каждого. Конечно, быть первыми всегда непросто, но, наверное, именно эта ответственность перед своими посетителями двигала вдохновителями проекта Жанной Обламской и Виталием Ивановым. За 2 года им действительно удалось достичь многого. Сделать музей интересным, многоплановым, не таким, каким он был 10, 20, 30 лет назад. Проект дал его авторам колоссальный опыт общения с публикой, научил быть актерами и, конечно же, подарил бесценное мгновение радости за то, что все получается. Мы поняли главное, что людям не обязательно в наше экономическое сложное время даже какие-то договоренности, когда надо за что-то где-то платить. И встретились таланты, благодаря которым они раскрылись больше, индивидуальные таланты. А предприятия, с которыми мы сотрудничали, они тоже открыли свои двери. И огромное количество добрых белорусов мы узнали, которые сейчас стали нашими настоящими друзьями. Общаться будем на 100%, общаться будем и дальше. И я уверен, что благодаря этому проекту я научился быть другом для многих людей. Я думаю, что с приобретением новых друзей как-то жизнь наполняется каким-то новым смыслом. И самое интересное, что никто из тех людей, которые предлагают нам свои темы, или мы кому-то предлагаем, они ни разу нам не отказали. Вот это самое удивительное, что люди готовы идти навстречу, готовы нести радость в нашу жизнь. Всегда немного грустно прощаться. За 2 прошедших сезона многие гости настолько привыкли посещать музей по таким приятным поводам, что уже сегодня в буквальном смысле не представляют свой быт без этих красивых и очень интересных мероприятий. Однако организаторы заверили, без творческих инициатив учреждение не останется. В Новый год сотрудники музея войдут с новыми проектами и новыми партнерами.